Это еще другая мышка, тоже Logitech. Моделька здесь будет, если я не ошибаюсь, Logitech MUAE96. Это классическая модель мышек. И вообще, даже она должна быть с разъемом PS2, а не USB. Но этот все равно, даже с разъемом USB, все равно это классическая модель. Куплена в 2006-2007 году оптическая мышка. Служит до сих пор верой и правдой. Я ее попытался поменять на другие, но снова вернулся к ней. Тут очень удобная мышка. Кнопки все работают. Нажимается четко. В отличие от другой мышки Logitech RX250, здесь пластик на кнопках не так сильно отполировался, практически незаметен. Качество этой мышки, возможно, будет чуть повыше, чем у Logitech RX250. При этом интересно, что по цене сия мышка Logitech MUAE96 была дешевле, чем тот же самый Logitech RX250 с металлическим логотипом. С металлическим логотипом. Здесь нанесенная краска достаточно таки на этой мышке качественная, и она не стирается. Не стирается. Очень хорошая мышка. Жаль, что купил всего одну. Как я уже говорил, другие мышки Logitech примерно этого же ценового сегмента и, возможно, чуть более высокого ценового сегмента не такие надежные, как эта мышка. Эту мышку вообще в интернете прозвали классической мышкой. Классической мышкой.